Всем привет! Вы на канале Yuzuru Honey Life. Первый день шоу Fantasy on Ice прошел сегодня в Ниагате. Брошюра для шоу Ниагате содержит шестистраничный разговор Юдзуру и Джонни Вейра. Этот тур Fantasy on Ice для Джонни последний. Фигурист больше не будет выступать в шоу. Также в брошюре полностраничная фотография Юдзуру во время исполнения программы IF. Все три дня шоу Ниагате около арены будут продаваться бумажные билеты на шоу за час до его старта. На арене были только фотографы шоу Ноту и Танака. Представителей СМИ сегодня нет. На открытии шоу Юдзуру подпевал, как он обычно делает, песню History Maker. Он вышел исполнить четверной тулуп с махом ногой после. Хани не выкатывался на этот раз из группы фигуристов перед тем, как прыгнул, не танцевал с ними. Юдзуру в идеальной форме, энергетика, как на третьем шоу в Мияги. Он много подпрыгивал и энергично вскидывал кулак в воздух. Костюм на открытии не имеет ничего общего с тем, в котором Юдзуру был на фотографии Дэвида. Основной цвет синий, на груди драпировка, почти половина спинки полупрозрачна. Левая рука обнажена, на правой руке длинный сетчатый рукав. Черные брюки у всех фигуристов и фигуристок. В общем номере открытия у Юдзуру была ведущая роль. Под первый куплет и припев он танцевал вместе с Набуторио Одой и Такахито Мурой. Затем присоединилась Каори, Маи и Сатока. На втором куплете Юдзуру ушел за кулисы, но вернулся позже, чтобы занять центральное место. Зрители очень активно кричали при появлении Хани на льду. Персональный номер Юдзуру исполнял под песню Мики Никосимы «Гламурное небо». Костюм черно-красно-золотой, похож частично на то, что в клипе. Черная милитари-фуражка, красный жакет, который Юдзуру отбрасывал в начале номера. Внизу короткорукавная черная футболка с красными золотыми пятнами и черные латексные брюки с блестками золотыми молниями. На шее черный чокер с шипами, на руках перчатки без пальцев. В конце номера Юдзуру снова надевает жакет и фуражку. Прическа что-то среднее между Рондо и Асурой. В программе Юдзуру исполнил в общей сложности 7 прыжков, включая четверной тулуп, 3 тройных флипа, серия бабочек, четверной тулуп, смена ребра мах ногой, тройной тулуп, продолжительный инобауэр, 2 тройных тулупа, очень продолжительный гидроблейд. На закрытии Юдзуру исполнил четверной тулуп, тройной аксель, играл с Кейди Танакой, подцепив ленточку на спинке его костюма и затащив за собой. Игры завершали круг почета. Перед тем, как в самом финале прокричать большое спасибо, Юдзуру устроил небольшой переполох, выкрикивая «Мия, где ты? Ты тут?» И когда увидел певца, сделал позу из программы «Рейса», закатал рукава. Это у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!